Здравствуйте, всех приветствую. Меня зовут Андрей Денисенко. Я из компании Архиматика, из ее технологического департамента, департамента технологических решений. Мы начинаем наш вебинар, который называется «Эпоха BIM-коммуникации». Эта картинка, которую вы видите на заставке, на самом деле это не просто красивая картинка, это информационная модель города Портленда, которая отражает возраст зданий. Да, была проведена большая исследовательская работа в этом направлении. Была составлена карта по многим характеристикам, многим параметрам. И в итоге мы получили вот такую красивую картину. Немного о нас. Компания Архиматика, компания достаточно большая, известная. Строит крупные и сложные комплексы объектов, как жилые, так и общественные. И достаточно давно стало очевидно, что без современных технологических решений очень сложно реализовать все замыслы, вложиться в сроки. И был организован сначала отдел, после уже департамент, а сейчас практически самостоятельная структура Архиматика Technologies. За последние буквально несколько лет BIM завоевал умы и сердца десятков тысяч, а то и сотен специалистов во всем мире. Значит, это статистика MBS, это британская компания, которая давно и серьезно занимается сначала CAD-технологиями, потом моделированием, потом просчетами объемов материалов, темпов, сроков строительства. Вот она также занимается и сбором информации, естественно. И по их данным, за какие-то 4 года, как вы видите по статистике, количество осведомленных о BIM-технологиях практически приблизилось к 100%. Это количество осведомленных специалистов, проектировщиков и вообще заинтересованных сторон в процессе проектирования и строительства. Да? При этом тоже интересный такой момент, что те, кто знает, но не используют эти технологии, этот процент остался неизменен за эти 4 года. Также много проводится исследований и подсчетов, зачем нужен BIM. Да? Это тоже статистика наших британских коллег. С ней можно, я бы с ней не совсем согласился, да, ну, у меня свое видение. Вот методы, которыми они их собирали, тоже до конца неизвестны. Но очень многие указывают на вот три таких основных плюса. Это сокращение ошибок, улучшение коммуникации и повышение имиджа компании, что интересно. Я бы хотел поговорить в рамках данного вебинара именно о коммуникации. Остановиться на теме коммуникации. Ну, для начала нужно прояснить исходные, да, с каких позиций мы рассматриваем этот вопрос. Первое. Проектирование. И еще раз повторюсь, не настаиваем именно на этой точке зрения, это наша точка зрения, наш срез, наш угол зрения, под которым мы будем смотреть на вопрос. С точки зрения коммуникации. Проектирование – это сбор исходных данных, такие как пожелания заказчика, объективная реальность, экономическая, техническая, возможности и прочее, прочее. Да? Как правило, исходные данные, точнее в 100% случаев, обязательно друг другу противоречат, и надо эти противоречия найти, да? И обнаружить. И сложить в единый целостный образ. Исходные данные сложить в единый целостный образ. После чего выдать уже модель, как руководство к действию. Давайте вернемся к предыдущему слайду. То есть мы видим процесс сбора, обработки и предоставления информации. Да? Точнее, мы вот таким образом смотрим на этот вопрос. В этом процессе задействовано большое количество заинтересованных сторон. Чем дальше во времени, чем дальше мы углубимся в историю, тем этих сторон будет меньше. Чем ближе к современности, тем этих сторон больше. Пытались отобразить на этих слайдах. И мы рассматриваем коммуникацию как одну из ключевых составляющих проектирования. Об этом мы уже тоже говорили. Время меняется, время течет, и одним из характеристик изменчивости времени является рост требований ко всем участникам процесса. Ну, вот мы пытались это на этой схемке отобразить. Что влечет за собой? Сложность самого процесса проектирования, сложность результата проектирования, сложность процесса проектирования. Еще раз посмотрим на процесс эволюции проектирования как коммуникации или эволюции проектной коммуникации. Мы условно разбили всю историю проектирования на 3 этапа, присвоили им характеристики размерности, количество измерений. Первый этап – это 1D плюс коммуникация. То есть это те времена, когда информация передавалась преимущественно словесным путем. То есть один человек говорил другому, что он хочет сделать, или другой говорил третьему, что нужно сделать. А тот брал и делал. Вот, собственно, все проектирование. Да? Ну, если мы говорим о тех случаях, когда человек сам себе захотел, сам придумал, сам построил, да, тогда он вообще ни с кем не общается. На этом этапе одну из ключевых ролей играла традиция.
и преемственность, то есть сделать так, как было сделано твоим предком, только чуть-чуть лучше. Следующий этап – это два измерения, да, мы его называем графический, когда люди проэволюционировали, пришли к тому, что проще будет изобразить то, что ты хочешь получить, и согласовать это с заказчиком, и показать это строителю. Это произошло тогда, когда вербальный метод передачи информации в процессе строительства проектирования оказался достаточно эффективным. Выросли требования, усложнились процессы. Ну и третий этап – это 3D+, это цифровой этап, когда мы подошли к моделированию объектов проектирования. Мы эти этапы рассмотрим чуть подробнее, ну, из них, собственно, и будет состоять наша презентация. Итак, предыстория. До нас дошло много памятников архитектуры, много уникальных, много очень сложных объектов. Над многими до сих пор ломают голову исследователи, как же они были построены, как это было вообще возможно. Вот на картинке видите Парфенон. До нашего времени, до нас дошла информация, что якобы в проектировании и строительстве участвовало два архитектора, один проектировал, другой строил. То есть предполагается, что был некий проект. Но никто нигде не видел и не может внятно объяснить, в какой форме был этот проект предоставлен. И это, ну, по сути, остается предположением. Мы точно знаем доподлинно, что в процессе проектирования строительства применялась геометрия, ну, в ее изначальном понимании. То есть расчерчивание на местности, на земле, точек, линий и прочего для того, чтобы указать, где что строить. Мы точно знаем, что наверняка знаем, что применялись лекала некие и еще некоторые точечные технологии передачи информации невербального характера. Но целостная система передачи информации двухмерным способом тогда не было однозначно, хотя бы только потому, что написанные через несколько сотен лет 10 книг об архитектуре Витрувия были написаны словами. И что мы имеем в эти времена, в античные времена? Мы имеем ключевую фигуру, которую лучше было бы назвать зодчий. То есть есть некий человек один, к которому сходится вся информация, который собирает всю информацию, у которого в голове формируется образ, и который этот образ доносит уже разными инструментами до исполнителей. Он является незаменимой фигурой во всем этом процессе. И, в принципе, люди справляются. Ну, по крайней мере, мы видим отменные результаты их работы. Но справляются до поры до времени. Следующий этап, характерный, который мы выбрали для себя, для понимания эволюции проектной коммуникации, это эпоха Возрождения. Именно в это время происходят бурные перемены в европейской части света. Мы наблюдаем там расцвет светских наук, культуры, зарождаются капиталистические отношения. Там, по Европе прошла чума, столетняя война, масса потрясений, пала Византия. Множество интеллигентов и дворянства из Константинополя эмигрируют в Италию. И там мы наблюдаем действительно всплеск культурный, научный во всех отношениях. С архитектурой происходят вполне закономерные вещи. К ней очень резко начинают расти требования. То есть появляются новые вызовы времени, вызовы эпохи. Новое время. В это время появляются действительно уникальнейшие люди, ну, не только в архитектуре, которые свою манеру называют изящной, потому что переработали, изучили, перевалили опыт и культуру античных времен и на ее основе создают новый шедевр. С точки зрения коммуникации, что происходит в это время? Мы считаем этот момент переломным, момент перехода к эпохе графической коммуникации 2D+. Как знаковый объект, характерный, мы выбрали собор Святого Петра в Риме. Вы знаете, наверное, да, что к его проектированию и строительству приложили руку очень многие великие архитекторы того времени. При этом каждый из них брался за этот проект, все, естественно, переделывал, потому что для него все было сделано неправильно. За 40 лет проектирования и строительства проект еле-еле выбрался из отметки 0. Пока не попал в руки к Микеланджело. Всем известная история. Да, еще важный момент, что все, кто принимал участие в этом процессе проектирования, образ конечного результата держали у себя в голове, в сознании, и, умирая или будучи отстраненными от объекта, носили его с собой там, или в могилу, или на стол. И в том числе и поэтому каждый следующий архитектор был вынужден переосмысливать конечный результат.
Мы осмелились назвать Микеланджело последним зодчим истории. Зодчим в том смысле, который мы вложили в предыдущей части презентации. Зодчим, который является единственным человеком, имеющим всю информацию о будущем объекте и держащим ее в виде целостного образа в своем сознании. Видимо, ему очень нужен был этот проект, потому что он за 14 дней умудрился сделать деревянный макет этого собора. Ну, мы все знаем, что он был не совсем нормальным человеком, но даже с ротой подмастерьев трудно себе представить, как можно это вообще физически реализовать. Но самое главное, у него был образ. Без образа это было бы невозможно. 18 лет стройки действительно продвинули этот объект практически к завершению. То есть Микеланджело вышел на отметку куполов, то есть сделал намного больше, чем все его предшественники. И, как положено, умирая, уничтожил все чертежи. У него были чертежи у Микеланджело. В то время уже было наработано очень много материала по графическим методам донесения информации. В частности, была заявлена коническая перспектива, например. Хотя чертежи были известны и в Древнем Вавилоне, и в Египте, но все равно не используются достаточно фрагментарно. В это время, которое мы рассматриваем, объем информации, которую такой титан, как Микеланджело, вынужден был держать в голове и раздавать другим, был уже настолько огромен, что даже такие титаны, как Микеланджело, были вынуждены прибегать к чертежам хотя бы для фиксации информации, для фиксации своих мыслей. И те чертежи, которые дошли до нас, это были чертежи, ну, скажем так, проектно-сметного отдела. То есть, была записная книжечка человека, который проверял объемы работы, объемы кладки по куполам. Итак, что мы имеем на этом этапе? Мы получаем систему графической коммуникации. Точнее, мы этот момент в процессе строительства собора Святого Петра, естественно, еще и не увидели, но наработан необходимый и достаточный объем материала графической коммуникации, который в течение ближайших после этого периода столетий эволюционирует и сложится в целостную и достаточную систему графической коммуникации, которая завоюет свои позиции во всем цивилизованном мире, и на протяжении нескольких сотен лет архитектура, которая будет создаваться, уже будет невозможна без чертежей, вот, без графической системы коммуникации. Я думаю, не стоит на этом даже сильно акцентировать внимание, что город Петербург, например, было бы невозможно его построить без генерального плана вычерченного. Да, невозможно было бы сделать ансамблевую застройку проспектов без чертежей. Еще надо отметить, что система создавалась все-таки экспериментаторами, энтузиастами, была секретом их личным, но в итоге выросла в, можно назвать, глобальную систему, которая решала колоссальный объем проблем и позволяла задействовать более чем одного специалиста, более чем одного разработчика в процессе проектирования. То есть чертежи стали инструментом коммуникации и между проектировщиками. Еще стоит отметить такой момент, такой тезис. Технология коммуникации и проектирования определяет архитектуру не меньшей технологии строительства. И это факт. Проблематика. Приблизимся ближе к нашему времени. Кстати, картинка, которую мы здесь видим, я, если честно, не помню, где именно это находится. Но, по-моему, это Юго-Восточная Азия. То есть наверняка многие подумали, что это Москва, Киев или Душанбе. На самом деле интернациональную архитектуру модернизма можем увидеть на любом континенте. Конвейер. Индустриализация строительства. В 20 веке изобретен конвейер, и цивилизация подошла к массовому производству всего. Это же касается и строительства. Это отразилось на объектах строительства, на философии мышления. В том числе это отразилось и на процессе проектирования, на процессе производства чертежей. Система 2D-коммуникации чертежной стандартизирована практически глобально. Строительные чертежи там, американцев – в принципе, могут понять русские. Строительные чертежи русских могут понять немцы. Выработан целый ряд стандартов донесения информации. Но это хорошо, это положительная сторона. Но что мы имеем с другой стороны? Берем характерный объект, такой как оперный театр Сиднея. Берем его, потому что он действительно обнажил множество проблем в отрасли, имевшейся на то время. Мы не будем трогать
идеологические, менеджерские и прочие моменты. Мы хотим рассмотреть этот объект с точки зрения инструментов коммуникации. Разделение интересов. В процессе проектирования задействовано колоссальное, ну, по сравнению с, допустим, эпохой Возрождения, количество людей и специалистов. И все они, естественно, заинтересованы в своем секторе. Мы сталкиваемся с конфликтами интересов, которые во многом можно было бы избежать, если бы коммуникация была на другом порядке. Характерный пример. Конструкторы выдали здание архитекторам. Конструкторы недоочертили, архитекторы недопоняли. В итоге начинаются проблемы, начинается разбор полетов и начинается притягивание канатов, кто же все-таки больше меня, тот, кто недоочертил, и тот, кто недопонял. Таких примеров можно приводить множество. Об этом объекте. 3 года конкурса, 14 лет строительства, 15-кратное превышение сметы. 15-кратное. Во многом потому, что объект был беспрецедентный для своего времени. Да, индустриальность не устраивает заказчика, вот, ему нужен структурный экспрессионизм. Смелый проект и болезненно мучительная его реализация. Конфликт интересов, о котором мы говорили, в том числе мы должны отметить потерю целостности. Огромное количество специалистов, задействованных в этом процессе, замыкаются на, во многом несознательно замыкаются на своем секторе, на своем сегменте работы. И подавляющее большинство перестают понимать, что же они делают на самом деле в целом. Перестают видеть конечный результат. И это тоже является одной из ключевых проблем. Кстати, еще хочу отметить, что если бы сейчас, допустим, Архиматика делала этот объект, то таких колоссальных превышений сметы и затягивания сроков не было бы однозначно. То есть или они были бы обнаружены в процессе проектирования, или решения были бы более точные и эффективные, и мы бы смогли это избежать вот таких провальных результатов, достичь успешного. И еще раз о проблематике коммуникации. Люди теряют целостное представление о объекте, на котором они работают, и работа измеряется в чертежах. Эффективность сотрудников измеряется в количестве листов в смену. Более того, многие специалисты мыслят проекциями, планами, фасадами, разрезами. Понятно, что мысли таким образом очень сложно осознать такую сложную форму. Ну и вообще весь процесс проектирования превращается в конвейерный процесс черчения, производства чертежей. Производство чертежей подменяет собой цель всего этого процесса – создание объекта. Создание объекта, ну, вытесняется производством чертежей. То есть с точки зрения коммуникации это, наверное, одна из самых больших проблем. Средства становятся целью. В те же годы, в те же времена, когда строится и проектируется театр Сиднея, уже имеются первые CAD-системы. При этом, что интересно, в это же примерное время появляются целые производственные линии и станки с программным управлением. Машиностроители очень быстро почему-то поняли, что станку не нужен чертеж. То есть раньше рабочий точил детали на заводе, ориентируясь на чертеж. Здесь очень быстро становится понятным, что станку с цифровым управлением чертеж абсолютно не нужен и только мешает. Ему нужна цифровая модель. И дело пошло. Но это в той отрасли. В строительстве проектировании, ну, видим, просто намного сложнее сама по себе отрасль. Я считаю, что оптимизаторы процессов пошли принципиально неверным путем. Они взяли принципиально устаревшую на то время систему двухмерной чертежной коммуникации и поставили ее на новые технологические рельсы. То есть это решение в чем-то отбросило момент перехода к следующему этапу, следующей эпохе, к эпохе трехмерной коммуникации. Решение. Одним из решений является переход к 3D. Следующие тезисы мы взяли из нашей практики, потому что они проверены на ней. Работать должны машины. Технологии развиваются настолько быстро, что мы даже не успеваем их узнать о том, что появилось нового. И во многом продолжаем работать по каким-то старым накатанным схемам. При этом та техника, те инструменты, то программное обеспечение, которое у нас есть, зачастую используются не более чем на 10% их возможностей. Хотя при более эффективном их использовании мы могли получать намного более хороший и значимый результат. Работать должны машины, а люди должны думать. Наверное, первое, с чего надо начать, это действительно с людей, и люди должны постоянно задуматься над тем, что они делают, почему они это делают. В общем, заниматься рефлексией и анализом.
Второй момент. Ну, подавляющее большинство людей не любит покидать зону комфорта. И пребывание в этой зоне комфорта на самом деле тормозит отдельно взятых специалистов в развитии и группы, компании в целом. Ну и, естественно, самообучение и самосовершенствование. Без этого тоже никакого прогресса и развития быть не может. Кадры. Прежде всего, конечно, все у нас упирается в кадры, которые являются самым ценным капиталом. Тезис «кадры решают все», там ошибочно приписывают только одному спикеру. На самом деле в разных формах он звучал от многих известных людей, и при этом он является недосказанным, его вырванным из контекста. Кадры, находящиеся на своем месте, и кадры, обладающие нужными знаниями, решают все. Кадровая структура. Ну, для того, чтобы достичь каких-то результатов, необходима сильно грамотная организация кадровой структуры и необходимо назначить виноватых сразу, чтобы процесс какой-то пошел. Это один из вариантов на схеме, мы видим, организация кадровой структуры для достижения BIM-целей. Это создание BIM-группы, BIM-департамента с ответственными координаторами по каждому отдельно взятому проекту. К этой схеме можно было бы еще добавить BIM-специалистов в каждой группе рабочих, которые решают специальные BIM-вопросы. Отказ от чертежей – это тоже на самом деле решение. Отказ стопроцентный от них невозможен и не будет возможен еще очень долго, а может быть и никогда. Но необходимо поменять свое отношение к чертежам как таковым, как к устаревшей технологии фиксации, передачи информации, информации в двухмерном графическом виде на бумажных носителях. Отказаться от них как от инструмента коммуникации, отказаться от них как от образа мышления, плановыми фасадами, разрезами. Моделирование. Ну, чертежи отказались, сделали акцент на моделировании. Определение модели – это система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе. На самом деле наш образ, который складывается у нас, образ объекта в сознании, он многомерен, он даже не трехмерен, а четырех, пяти, то есть он протяжен во времени, учитывая социальные, там, экономические и прочие факторы. Когда мы облачаем его в 2D-модель, даже не 2D-модель, а 2D-чертеж, мы тем самым уже даем очень узкий срез по нашему образу. Когда мы поднимаемся на одно измерение выше, мы уже представляем нашу мысль более точно. Да? Если мы включаем туда факторы времени, стоимости и так далее, мы еще приближаем нашу систему, которая должна донести информацию о том, что мы задумали, к тому, что мы задумали. Информация о здании, да. Мы ориентируемся на модельный подход на всех этапах и на насыщение этой модели необходимой информацией. BIM-коммуникация. Система BIM-коммуникации позволяет сложить более целостную информационную систему. Люди, которые участвуют в процессе проектирования, в котором основой является BIM, начинают сливаться в так называемую систему коллективного зодчего. То есть они лучше понимают, что они делают. Ну и это все-таки системный инструмент, который необходимо действительно умело и разумно применять. Еще 500 лет назад чертежей как системы передачи информации не было, а архитектура была. Это значит, что архитектура в принципе возможна без чертежей. Они уже сделали свое дело, проделали свою работу. Мы получили несколько эпох, несколько стилей, но они должны с почетом уйти на пенсию. Модель рабочего процесса. Модель водопада, которая надежная, последовательная, но не укладывается в требования нашего времени. И итерационная модель, когда процессы происходят параллельно и без BIM как коммуникации, работать в таком режиме, в таком ритме практически невозможно. Open BIM, открытый BIM, не зависящий от платформы проектирования, того, в каких инструментах это производится эти модели. С какими мы можем столкнуться рисками? Говорить о инструментах, не говоря о том, чем они опасны, тоже было бы неправильно. А внедрение. Любое внедрение – это инвестиция, и это нужно понимать, ее нужно планировать, причем планировать в долгосрочных перспективах. Кадровые риски. Кадры трудно найти, кадры трудно воспитать, но в нашем случае воспитать кадры все-таки реальнее оказалось, чем найти. К тому же, чем больше мы хотим оказаться впереди, тем более уникальные специалисты нам нужны, тем целесообразнее становится их воспитать.
Естественно, получается выделение кадровой среды, нежелание покидать зону комфорта. Вечная фраза «мы всегда так делали» или «если бы работали по-нормальному». На самом деле, просто нежелание выйти из зоны комфорта. И, с другой стороны, есть чрезмерный фанатизм и евангелизм энтузиастов, когда некоторые начинают заявлять о том, что в архикаде спланирована вселенная, да, а другие начинают парировать, что нет, она спланирована в Revit. Это тоже заангажированность, на самом деле. И еще один момент. Революционеры зачастую становятся реакционерами. А все на самом деле потому, что они просто, выйдя из одной зоны комфорта, попали в другую, и им не понравился тот процесс перехода, они хотят остаться на этом этапе. Усложнение кадровой структуры. Усложнение кадровой структуры тоже является проблемой и риском, да, то есть надо больше людей, больше специалистов. Любая технология имеет свой предел, и вложение в технологию на каких-то этапах, дающие плюсы, дающие свой результат, на каком-то этапе упираются в предел этой технологии. Попытки заморозить достижения тоже, на самом деле, не приводят к какому результату, потому что, точнее, приводят к нехорошему результату, потому что то, что не развивается, то умирает. Стимуляция спроса. Как только вы удовлетворяете вызовы, которые ставят перед вами заказчик, современность, эти вызовы тут же начинают расти интенсивнее и меняют вектор своего роста. Да? То есть не надо спешить с 100% удовлетворением спроса. Стратегия. Одним слайдом. Стратегия устойчивого развития. Постоянный поиск, освоение новых технологий, выжимание из них эффективного результата, хорошего результата, и тут же переход и поиск других новых технологий. Что мы получаем? Получаем конкретное преимущество, мы его получили. Реализация самых смелых идей и замыслов. Да, вот на экране форма двоякой кривизны, которая была успешно реализована. Эффективное взаимодействие в теории неограниченного количества специалистов. Точнее, намного более эффективное взаимодействие, чем если бы общались с чертежами. Да? Сокращение ошибок в коллизии, это тоже понятно. Их трудно посчитать, но объективно они сократились. И выделим такой момент, как подлинность. Да? То есть мы уходим от создания чертежей, мы возвращаемся к созданию архитектуры. Да? Ну, приближаемся к нему. О перспективах, к сожалению, времени говорить нет, и вообще это тема отдельной презентации. Я бы хотел сейчас еще показать наши результаты, наши достижения на примере информационной модели. Ну вот то, о чем мы говорили в картинках, да, вот мы можем посмотреть о том, как оно реализовано. В данном случае мы решали конкретную задачу. У нас есть модель архитектурная, здание архитектурно-конструктивное, и у нас есть инженерия. Вот мы видим нашу архитектурную модель, это конструктивная модель. Вот наша инженерия. Инженерию мы руководствовались концепцией OpenBIM, экспортировали через IFC формат из Revit в ArchiCAD. Вот сама по себе она выглядит как-то так. А вот мы посмотрим модель конструктивную, которую мы тоже экспортировали на ранних этапах проектирования из того же Revit в ArchiCAD. А вот мы решаем конкретную задачу. Проверить, как инженеры разошлись в подвале. В каком-то этапе инженеры заявляют о том, что они друг с другом все вопросы урегулировали вот внутри, но их, естественно, нужно проверить. Вот мы подгружаем их модель. Вот мы видим все их системы, газ пошел по фасаду, да, канализация, вода. Можем походить, посмотреть. При этом каждый из этих элементов имеет свои свойства, в том числе и название системы, да, и вообще все необходимые, все свойства, которые нам потребуются, мы можем передать через IFC формат туда, куда потребуется. Сейчас потребовалось просто консолидировать подвальные, полуподвальные два этажа. Да, видите, вот на сложном рельефе располагается здание. Ну и опять-таки, выше инженерию мы не моделировали. Почему? Потому что в этом нет необходимости. То есть задача найти коллизии в сложных местах решена. Да, вверх пошли стояки, и эту задачу можно решать методами 2D-решения, 2D-коммуникации. Есть время для ваших вопросов. Какое количество разработчиков проекта может охватить своими заботами один BIM-менеджер? Ну, я там останавливался на кадровой структуре. Решений может быть большое количество. В нашем случае, ну, во-первых, золотое правило менеджмента. Там, где 6 человек, там уже один должен быть менеджером.
нашей реализации этот принцип выглядит примерно так. У нас есть два BIM-менеджера и один помощник на организацию в ну, сейчас уже около 80 человек. И BIM-координаторы в каждой группе. Не на каждом проекте, а на каждой группе. То есть в среднем примерно так и получается. Какой промежуток времени требуется для внедрения BIM в небольшую должность сотрудников проектной компании? Трудный вопрос. Очень многое зависит от самих же этих сотрудников. Если сами сотрудники ищут в YouTube уроки и развиваются, то быстро. Если нет, то долго. На нашей практике мы сейчас работаем с несколькими компаниями. Мы привязываемся к временным срокам пилотного проекта, то есть со стадии предпроект до сдачи в эксплуатацию, грубо говоря, да, и это получается порядка 16 месяцев. Но это очень средняя цифра. Чем отличается функция BIM-менеджера от координатора? А на самом деле это просто название ярлыки. Менеджер занимается стратегией, координатор уже более конкретными задачами, уже ее реализацией.